Доброго здоровья, уважаемые телезрители. Начинаем наш репортаж с пробы дальше. Вечный двигатель через батарейку. Сейчас идет даже лучше, тут идет и подзарядка одновременно. Видите? Применяется что? Применяется, значит, инерция. Батарейка, значит, была 1,84 при пуске. Сейчас 1,87. То есть работает вроде бы нормально. Запустил где-то час назад. Час назад где-то батарейка не садится. На одном уровне или чуть поднимается, или на одном уровне. То есть смысл в чем? Здесь работает кратковременно. Здесь на кнопке. Сетер кратковременно. То есть дает небольшую подзарядку. Вот. А там уже в то время, чтобы не останавливалось, пока идет назад. Отходит назад. Энергия назад пока идет. С выпрямителя. Выпрямитель отключен. Счетчик назад пошла энергия. Это время, значит, держит батарея его. При этом батарея не садится. Так как мы ее циклически подзаряжаем. Вот сейчас стало риска. Вот риска. Включаем. Подзаряжаем батарейку немного. Вот чуть-чуть. И опять выключаем. Батарейка 1,92 стала. Пока она будет, значит, возвращаться тут, вот тут на место, она станет опять, как была батарейка, чуть больше. Но меньше она не уходит. То есть надо покрутить, конечно, побольше. Сутки, двое, чтобы понять, что это уже, как говорится, мини-макет печника. Пока за час. Пока я вам докладываю, что за час работает. Изменений ноль. То есть 1,84 мы начинали, сейчас 1,85. Напряжение на батарейке 1,85, 1,87. Вот она опять у нас дошла до риски. Мы включаем на несколько секунд подзарядку его, чтобы она не села. Вот так вот. Все, 5 секунд включаю подзарядку. Она доходит до 1,90. Но не успевает сесть, так тут еще сила инерции и прочее. То есть вот этот макет вроде бы работает, но надо, конечно, преждевременно делать выводы. Подождать сутки, двое, чтобы он поработал. Если за пару суток батарейка не подсядет, значит это вот. Модель пойдет, ее только надо усилить. Пока на этом кончаю репортаж. Мотор будет работать еще. Значит, выключать не буду, пока смогу. До вечера погоняю. Часов до 9 до 10. А завтра вам сообщу результат. Ну все на этом. Вот последнюю подзарядку вот опять даю. Зарядку выключаем. И вот она не садится, то есть дается энергия отсюда. Потом эта энергия возвращается опять в счетчик. В то время, чтобы оно не останавливалось, колесо. В это время оно на той энергии, которую получила, оно получилось на батарейке. Она отдает в эту колесо. Плюс еще сила инерции. Маховичок. Маховичок можно усилить. То есть маховичок тоже хорошее дело. Видите? Если не маховичок, это бы не вышло бы вообще. Ну пока на этом кончаю, потом, значит, завтра, сегодня погоняю до 11 или 12 ночи. И посмотрим, если батарейка не сядет, значит, такой вариант уже можно где-то применять на велосипед или еще. Пока, до свидания.